Дима спускает веревку, а него возле нее держишься, и смотрит на тебя. Я даже заснял. Что? Снизу. Что ты заснял? Ну, как это, Димон наверх, а за ним два миньона в очереди стоят. Вань, видео так и назовем. Димон и его миньоны. Слышь, миньоны, вы, блин, поднимаетесь, нет? Люди требуют экшена. Люди требуют новые лица. Новые бородатые лица. Они возмущаются, понимаешь? Ага. Какого хрена там Иван бороду сбрил? Вот вам, пожалуйста, берите Олега, запускаете его в космос, даете ему кисточку, желательно поменьше. И главное, внимательно слушать. Олег упорно в камеру не смотрит. Обратили внимание? Все время стесняется. Да, мы сделаем из тебя звезду ТикТока. У тебя какая сторона рабочая? Вот сейчас я думаю... Вот это. Космическая ракета «Восток». Наша задача выполнить что? Наша задача прокрасить опорную тележку данной ракеты и обновить ее к дню космонавтики. Могла полететь, но не полетела. Опытный образец. Ну, ракета достаточно небольшая, где-то она высоту 30 метров идет. Ну, чтобы ты понимал, ракета, на которой и американцы летели на Луну, где было 3 астронавта, она высоту идет аж 90 метров. Наш друг Олег приехал красить ракету. Он с собой взял карандаш, это обязательно, маркер, ножницы по металлу, шпателечки, ножочки, щеточка, горелочка. О, хапы. А че вы их прямые-то взяли? Ну и тут молоточки. О, кувалда для покраски ракеты. Альпинист говорит, мне нужна веревка с собой. Рогатку, рогатку готовь. Окей, но уже проблем. Так и на самом деле есть еще один склад сюда поставить, и еще можно больше натягивать. Можно, короче, вообще, я уже нашел в этом, в спортмастере, резинки вот такие продаются, понял? Еще один бигшот взять, на 4 палки сделать его, блин, и резинки подлиннее. Я не знаю, он, блин, груз будет метров на 100 закидывать. Теперь надо куда-то туда веревку пульнуть и полезть. Лесенки нет, ничего нет. Так потихонечку несколько веревок забрасываем и ползем наверх. О! Четко. Это раньше времени. Что? Я не успел. Давай заново. Еще раз. Дубль 2. На улице плюс 8. Мужики рыбу ловят с палатками. А нормально. Димон, погоди, развяжи. Ты никогда в жизни никому не показывал, что ты тут вяжешь. Вдруг кто-то спросит. Берешь на пальчик, делаешь колечко вот так вот. Раз. Так, так вот. Вот так вот. Давай, давай. И погнал. Накидывать петелечки вокруг веревки. Димон, сколько ты петелек делаешь? Ну, 5. Да тут на самом деле, блин, можно и 6, и 7. Сколько кому сколько нравится. Ну давай уже, хорош. Вот. Потом утаскиваешь палец, подпечатка неудобная. Утаскиваешь палец, берешь кончик, продеваешь в отверстие или в дырочку, кому как нравится. Так вот раз, подтягиваешь прям самый-самый конец. Натягиваешь веревочку и вот так вот раз. Хорошо, что так все. Ну все, оп-оп-оп. Быстро так все делаешь и двигаешь. Видишь, какой узелочек. Четкий? Четко. Ну что, Лёх, твой выход. Посмотри. Нет, зацепись. Зацепись.
Будь человеком. Работает видеокамера. Прицепись на вторую веревку. Ну а ты как хотел, чтобы она не качалась? А ты не очкуй! Ты когда будешь готов, а? Через 2 минуты. Ты у нас сегодня единственный человек, не говорил про ветер. Я его пока особенно не чувствую, пока туда не залез. Телевизиончики, мы тут! Да. Вань, ты можешь это? Там, смотри, телевизиончики что-то снимают, короче. Они нас, наверное, снимают. Не, он сюда развернулся, камеру, видишь? Смотри, какой у них телескоп, классно. Да, да, да. Пойти с ней поздороваться, познакомиться и сказать, снимите для нас ролик, что ли? Ну, ты скажи, хотите, мы вам экшена добавим в кадр, блядь. Поднимем сюда эту, как это, журналистку. Димон, он через полчаса уже у тебя будет, не забудь снять его. Давай, давай, Олежа, еще чуть-чуть, давай, ты сможешь. Мы верим в тебя, бро. Олег, целая земля следит за тобой. Ты можешь. Давай, Олег, давай. Все выше, не выше, не выше. А, вот он уже вверх. А я-то уже попал туда, куда хотел. Так, а что надо-то теперь сделать? Теперь надо стегнуться первым делом. Куда стегнуть? Сюда? А давай так пускай будет. Нет, Димон, спускать веревку, они оба за нее держатся и смотрят на землю. Я даже заснял. Что? Снизу. Что ты заснял? Ну, как это, Димон наверх, а за ним 2 миньона в очереди стоят. Вань, видео так и назовем. Димон и его миньоны. Слышь, миньоны, вы, блин, поднимаетесь, не... Все, зависли там, блин. Шатается. Хорошо, ну, шатается. Ты же говорил, не шатается. Ты херня. Не, сейчас вот прям чувствую, шатается прям так. Ух. Поступило предложение красить кисточками. Что случилось? Ты обиделся, что ли? Нет, у нас с тобой сейчас будет совещание. Со мной? Да. Почему Олега вниз отнимет? Как ты вовремя вопросы задаешь? У нас новый космонавт появился. Димон космонавтит. Не, ну на самом деле с таким ветром она довольно устойчивая конструкция. Потому что, я говорю, обычные трубы дымовые, они их шатают сильнее. А, так я сейчас и вторую, наверное, тоже отвяжу синюю и с другой стороны привяжу. Ладно, Олег, ты расскажи, как мы красить это все дело будем. Как? Ну мы уже договорились, берем кисточки маленькие. Рассказывай. Берем непролилашку детскую. Я думал сначала... Я... Подождите. Нет, ты нас подписал. Я с миньонами. Загадывай желание. Ваня и миньоны. Ну, как мы это красить будем? Я вообще... Расскажите, пожалуйста. Я очень сильно сжимаю булки, потому что должен приехать Мишутин, и одного красного пятнышка не должно быть на ракете. Вот. А вдруг он дальтоник, он просто не заметит? Да. Заметит, ты про власть такой не говори, я запикаю. Не отворачивайся ты. Вот Дима, смотри Диме в лицо. Не стесняйся. Смотри, что я потом? Смотри в Диму. Как будто чужой смотрит прямо в душу. Алло, 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 все, убежал. Алло, алло. Алло, алло, там. Алло, алло, иди сюда. 5 человек. 5 человек на эту штуку.
Я так и не услышал утвердительно. Ты комбезы нам привозишь? Привожу. Отлично, туда все. Скажи. Я привожу комбезы. Ваня за комбинезон, yes! За оранжевый будет работать. И мы все впятером в новых комбезах дружно набрасываемся на эту стойку и прокрашиваем за пару дней. Да. А ты не забудь, что у нас еще есть Руслан, которому тоже нужен комбез. Альпинист? Да. А, у него есть этот комбез. А кто комбез, такой, оранжевый? Кто это еще Руслан? Чувак нам в помощь будет. То есть нас много в целом будет. Пять человек висит. Короче, вы четвером полезете наверх. Один человек внизу подтирает. Подтирает, мне красит. Тому, кому страшно. С покрасочника точно можно. Договорился? Два ключа. От ракеты? От тортилы. Ля буль гонг. Полетели в космос. Да? Давай ракету угоним. Ключ повернем и полетим. Ракету угоним, давай. Миньоны есть. Ладно, хорошо, что мы все сегодня встретились. Надо привязать. Слушай, тема реально четкая. Так, с вами тема все четкая. Еще очки с одним глазом колечивают. Мы все будем еще в таких оранжевых комбезах. Может, репчик лучше? Ну, ключи от ракеты, важная деталь. Ну, ракеты больше, ракеты меньше. Такая страна, никто не заметит. А мы у тебя на даче будем? Можно я тебя буду будить и спрашивать, Вань, где ключ от ракеты? У меня не дача, у меня дом. Вань, где ключ от ракеты? Где ключ от ракеты, Вань? Вот, вот такие сотки возьми. Да, хорошо. И это, бутылки 5-литровые разрезаны. Маглавица, ну. На тебе репчик для ключей. А если... Слушай, а давайте еще шапку-ушанку возьмем, ты как будешь русский космонавт Андропов в этом комбезе. Помнишь фильм? Она у меня со звездой. Со звездой вообще идеально.